Я желаю тебе постоянно не прекращать работать. Сейчас наступает такой момент в жизни, когда ты переступил определенную черту. И на этом твоя жизнь, естественно, не закончена, а творческая жизнь только-только начинается. На новом витке судьбы. Все как по закону, на более высоком уровне, по спирали. Ты движешься вперед. Это замечательно. Все, что ты когда-либо сделал, и делаешь, и будешь делать, очень надеюсь и практически уверен в том, что это будет на высочайшем музыкальном творческом уровне. Я желаю тебе не потерять твое чутье музыкальное. Я желаю тебе постоянно находиться в состоянии, как бы это выразиться, в состоянии того, что ты обязательно должен сегодня хотя бы одну нотку, но записать, хотя бы в себе, в голове, ее отметить. Найди какой-то мелодический оборот, поскольку ты обладаешь несомненным мелодическим даром. Я желаю тебе счастья и благополучия всему твоему окружению. Благодарен судьбе, что она нас свела. Благодарен твоим родителям, что они постарались и подарили тебя нам, всем музыкантам. Будь здоров, будь всегда успешен и будь всегда с нами, с друзьями. Никогда не меняйся, оставайся таким же нормальным, порядочным и честным человеком. Твой Григорий Лепс, Макс. Ура!